на улице 1 января. У нас идет дождь почему-то зимой, я сам не знаю. Я до сих пор не могу отойти от тех мыслей, которые были сегодня ночью, потому что я ржал всю ночь, и это был самый лучший Новый год, который я когда-либо проводил с друзьями, да и с друзьями, причем я первый раз проводил его. И пора уже, в принципе, идти в школу, потому что, ну, каникулы закончились, к сожалению. 1 января идти в школу, что за херня-то? Мой рюкзак, надеваю его. И, в принципе, я уже готов идти в школу, только... Уже тоже закончится, ну ладно. Уже, в принципе, я готов идти в школу, но без Филипса, конечно, как всегда, я не могу идти, потому что одному скучно, а с друзьями веселее. Так что я сейчас пойду сам к Филипсу, а то в прошлый раз он ко мне сам пришел, а в этот раз приду к нему я. Может быть, я... Давай, короче, я ром-тучки ему проведу, а то, типа, он... Я у него был, а он у меня нет. Эй, блядь, ты там пришел? Это я-то чего? Бля, у тебя снежки в руках? А зачем тебе они? Да. Это последний снег в этом году. А, понял. Слушай, ты у меня уже был, я уже тебя уже был в гостях. Почему бы тебе ко мне не пойти? О, погнали. Давай, закрывай. И пойдем, короче, ко мне. Надеюсь, мы не опоздаем, как в прошлый раз, так что заходи. Тут, короче, смотри, тут, короче, почти то же самое, что у тебя. Кухня, только она на левой стороне. Ну, короче, почти как у тебя, только все на этот. На других сторонах. Тут красный диван. Я люблю красный цвет, кстати. Тут кухня, нет, телевизор. Кстати, я тут новогоднюю декорацию уже убрал, в принципе, Новый год закончился, всегда в январе все убираю. Тут этот ванная, сам ты понял уже. Так, ну, а это моя главная комната, где я сплю, играю в компьютер, делаю уроки. В принципе, ничего я другого не делаю. Да, только если смотреть на балкон. А кстати, сколько время? 7:20. Получается, ну, мы на этот раз не опоздали, пошли в школу. Нахер эта школа вообще нужна? Я задолбался. Давил. Так, я тогда закрываюсь. Ой. Зачем ты сломался? Не знаю, поехали. Ты зачем в лифте, блин, бросаешься? Первый снег в моем городе. Идиот. Ладно, что с кем я дружу, скажи, пожалуйста. Приехали уже, да? Так быстро, ладно. Да, да. Выходим. Да ты закройся! Ты бар. Лифт нужно самому закрывать, что это за хрень? Ван, давай, заходим или выходим? Да, выходим, выходим, выходим. Ух ты ж, блядь, пароль забыл. 20213. Веди ты мне, лень. Какой же ты ленивый хуй. Долбоёб. Не знаю, не спорю. Так, переходи, это потому что могут додики ехать. Курицы всякие. Ты, да ты идиот, что ли? Убийца хренов. Пойдем уже, задолбал. Бывает. И что бывает? Давай, заходи, беги уже. Хватит по мне стрелять, придурочный. А, уже школа? Ладно. Угу. Заходим. Все, как хочу. Ай! Не обострись, как Дэнни в прошлый раз, кстати, а где он? Тихо. Ладно, пойдем, нам, в принципе, в класс идти. Так, ну мы-то не... Окей. По школе, давай, кстати, знаешь, куда зайдем? Давай сюда, зайдем вот сюда. О, а вот этого я не помню, когда заходил последний раз, тут не было такой двери. Кстати. О! Смотри, где. Тут есть футбольное поле. Футбольное поле, да. Тут можно погонять, футбольщик. А где мяч? Футбольщик, мальчики, похожи на пацанов. А где мяч? Калашом будем. Ладно. Кидай. Идиот! Да хватит! Кинул. Кстати, стоп. Звонок, звонок, за быстрее, быстрее бежим, мы сейчас опоздаем. И дождь пошел быстрее, дождь зимой, охренеть. Идем, идем, давай, заходи. Сюда. Так. Быстрее, дай, стучимся или заходим? Мне похуй. Запуск залетаем. Здрасте. Здравствуйте. Как Новый год провели? Ну, вам лучше не знать, как он проходил. С Новым годом, с давайте, новым бухаем. Просрочка, блядь, да я долбоёб! Дай прорыв жидкости, я сейчас блевал, фу, блядь! Пиздец, самотя, прорыв жидкости, освободи мой туалет! Это очень... Мы побухали. Пожрали. Так, помолчи, помолчи. Хуярились, а? Помолчи, не тех, не говори, это большой-большой секрет. Ладно. Кстати, в общем. Большой-большой секрет.
Так, прошу тишину в классе. Кстати, у меня можно сказать свой вопрос, а какой сегодня урок? Сейчас биология. А, хорошо, ладно. Так, прошу... Прошу тишину. У нас сегодня к нашему классу присоединяется новый ученик. Давай, заходи. А вы нам такого не говорили. Здравствуйте. Так, знакомьтесь, Максим. Максим, садись на парту. А где Дэнни? Вы думаете, я знаю? Ладно. Так, в общем, так как у нас нету досок, у нас только телевизор, я вам сейчас найду презентацию. Учитель? А, да. А мы будем про пиписьки проходить, что ли, урок? Я промолчу. А может... Чё? У нас будет самокупление женщин и мужчин. Это мужик как заниматься с... Ничего не Бля, как раз недавно в бане был, там такие пиписьки маленькие. У одного тебя, там у одного тебя маленькая, а других большая. Чё? А чё, не? Конечно, они у меня, блядь, этот... Да мои, до головы мои. Да-да, только во снах твоих. Так, я вам сейчас... Я вам нашел интересный факт. Ну? Самый максимальный размер полового органа 58 сантиметров. Ничего себе, вот тебе и Макс, и этот филс тебе не пригодится. Нахуй! Учитель! А, да? А вы знаете, что происходит в дистопии? Чего? Пустоты в холодильнике! Ты дебил? Ладно, все, вот я нашел презентацию, сейчас врублю телевизор. Beatbox Battle Sky! Так, и вот, как вы видите, вот презентация. Там ничего нету, сейчас... там ничего нету. Согласен. Потому что вы, блин, сделали себе зрение. Вот только меня и видите, а остальной класс не видите. Да, так и говорит, сам слепой-то. Так, в общем, вот из... Ой, хотя бы вы, Никита, Витя, Даша, Саня, Дима и Ярослав, хотя бы вы записываете. Вот, и вы видите, в отличие от этих бездарей слепых. А сейчас обидно резко стало, я в очках хожу. Все, маска. Да, чётки, надо! Фу, блядь! Блядь, я не буду исчезать. Пускай, если либо он идёт в туалет, либо я не зайду в этот кабинет. Всё, либо да? Я его до свидания! До свидания! Я срать! Иди! Где ты в туалет? Всё, блядь. А про какую дистопию ты говорил? А, да так, забей. Я даже отсюда слышу. Это мне напоминает Новый год, там где нас... На меня, как на меня туалет опасть хотел. Мне это напомнило, знаете, ситуацию с Новым годом. Тебе лучше не знать, а вот он знает. Да, я покакал тогда. А мы, слушай, мы случайным образом биологию прогуляли, получается, да? Можем войти? Мне похуй, я ненавижу биологию. Можем войти? Да, да. А чё это такое? Ну всё, у нас следующий урок — химия. Химия? А, хорошо. Когда вы уже успели так подготовиться? Окей. В общем, берите ваши... паучьи глаза, которые... В общем, как вы видите, у вас уже бутылки есть. Ну, да. Бутылки яда? Возможно. Смотря, что вы из них сделаете. В общем... Держите материалы. Тебе, Филпс. И тебе, Макс. Он спиздил! Теперь... Мы знаем, что из этого делать. Я надеюсь, вы подготовились к химии. Ну, кажется, после Нового года, что там было, не уверен, что подготовились. Ладно, читайте. Читайте. Ничего не знаю, я все сам ебу. А, биологию я-то положу себе в рюкзак. Химия — это самый лучший урок, тут можно варить. Так. Канцю. Хорошо, тогда сделаем вот так. Сейчас, блядь, сделаю нахуй, получу пятерку, блядь, и выебываться буду. Чё там? Ты делаешь вин? Да, я делаю, там, не мешай, я варю. Баран! А ты, блядь, на рост положил?
Да, положил! А, нет, не положил. Еблан, сейчас сделает ты все и пиздец. Все, я положил, успел. Я, в принципе, сварил. Викторович, блядь. А что? Я сделал. Я тоже сделал. Окей. Что ж, давай, садись на свое место. Хорошо. Вообще, профессионал химии. Я пока что в телефончик поиграю. Подтверждаю. Ты чё взорвал? Что за... Чё за бим-бам-бум такой? Пошли отсюда, пошли отсюда. Он всё взорвал тут. А ты-то чё, ты всё взорвал? А вы чё делаете? Дебилы! Они сдохнут, и на них сдохнут. Они пускай сдохнут, нам пофиг на них. Всё, пошли. Ты рюкзак забыл, ебидур! А, точно! Блин, я же доказывай... Блять! Заебали! Сука! Блять! Я туда не вернусь, всё. А ты зачем туда зашёл, придурочный? Ты пиздец какой-то, блять. Тебе в школу не надо, конечно, ходить, но, блять. Да, класс химии вообще жалко, блять. Вам, пошли домой тогда? Стоп, может мы куда-то зайдём? Кстати, ещё день. Пошли в Макдак. Пошли. Мне батя 5000 дал сегодня на карту. Пойдем. Сейчас я буду жрать и тебе подарю что-нибудь. Хорошо. Эй, пожрать. Добро пожаловать в Макдак. Ну, давай сядем, хорошо? Давай. Все. Ну что, ждем тогда, пока кто-то придет. Угу.